А когда начинались переговоры вот с этими ребятами, то они в первых строках своих писем по телеграмму представителям МВД ДНР писали: а вы знаете, куда идет русский пароход? Он идет... Вот оно. Вот они, эти ребята. Не, никакого злорадства нет, ей-богу. Но, как бы, вспомните москаляку-нагеляку и вспомните про Путина слова. Вот и ответ.